Я на своей пасеке, значит, делаю секционный мед вот на таких рамочках, значит. Покупаю такие рамочки. В этом году они 13 рублей стоят штучка. Здесь вот прорезь немножко, литье не совсем ровно. Немножко можем ножом подравнивать. Значит, для этого беру ващину. Отмеряем. Плотно. Этот миллиметр снять надо. Получается, значит, одну сторону вот так, я вторую в другую сторону, тогда здесь вот получше получается, так, в одну сторону. Я уже две. Тут до этого сделал, вот сейчас третья. Ну вот четвертую сейчас. Всем пока на улице жарко, поэтому решил в тенечке дома посидеть. И заодно сделал такие вот рамочки. Четыре штучки.